У дивана выросла пушка. Это еще одна трубочка, которая лежала в диване. И я думаю, может быть, это что-то изменит. По крайней мере, мы можем за ним Стой, стой, он боится, потому что не понимает, не видит ничего. Иди. Падает просто вообще камушком вниз. Йося! Йосенька, ты что такое, ну сладкий мой? Ну что такое? Йохан расстроился. Мамочки, это было неожиданно.